расколоть хрустальную люстру. Едва Герман запела, у органиста начали дрожать руки. Он даже не смог играть. И до сих пор лечит душевнобольных. Именно музыкотерапии. То есть они приходят на сеанс, слушают песни Анны Герман. Женщина с ангельским голосом и судьбой полной страданий. Остался у меня в душе такой немножко осадок. После, конечно, этого несчастья, которое со мной тогда случилось. Почему Анна Герман всегда отказывалась от многомиллионных западных контрактов? Чем заплатила она за любовь и признание? «Последний день» с Борисом Щербаковым. В среду в 19:50.